за каждый шаг, и чувства, рвенья, за тайные мысли тонкий ход, за голос наш и губ движения, дадим мы Господу отчет. За взгляд очей, эффект минуты, за отдых, сон и каждый вздох, и за конфликт в семье раздутый, с нас объективно спросит Бог. За наш язык всех слов течения, за шутки, гнев, ненужный смех, за все обиды, огорчения, за каждый незаметный грех, за лень, безволие и праздность, за гордость, зависть и упрек, за суетливость, мутно-грязный души характера поток. Как мы больного посещали, как звали грешников к Христу, как узы братьев облегчали, как насаждали простоту, как мы родителей смотрели, воспитывали малышей, как мы трудились, пили, ели, за ход короткой жизни всей. Тебя о всем он спросит лично, вмиг обнажив глубины тайн, во всем признаешься публично. Себя к тому приготовляй, кому слугой был, как молился, серьезно ли истину искал, как верил, бодрствовал, трезвился и как дом Божий посещал, как относился к нищим, к бедным, как в сердце слабых унижал, боролся как с привычкой вредной, как духом к Господу пылал. Проверь свой путь, себя и срочно, как ревизор встряхни учет. Господь грядет, дадим мы точный ему за жизнь свою отчет.